Привет! Это Владимир, реальная стройка. Как вы помните, мы сделали летом отмостку, осенью нарезали на ней деформационные швы, и перед зимой их нужно заделать, для того, чтобы туда не попадала вода, чтобы зимой она не расширялась, не разрывала отмостку, чтобы не набивалась грязь, и, короче, чтобы все выглядело современненько и классно. Напоминаю тем, кто не видел, что это обычный круг, нарезал на 3 сантиметра глубиной. Штрабули, как хотите называйте. Оно уже стоит несколько месяцев, поэтому необходимо привести в порядок. Здесь и пыль, и грязь, и все остальное. Желательно по-мокрому этого не делать. Зависит, конечно, от вашего герметика. Но лучше работать по-сухому, но не по-жаркому. Вот как сейчас. У меня сухо, не мокро, но в то же время не жарко. Чистим на ширину такую, чтобы еще приклеить сюда скотч малярный. Сначала чистим вокруг. Потом берем пластиковую щетку и прометаем. Кстати, щель тоже прочищаем. Просто прометаем. Жесткую, она жесткая. И щель прометаем. Шнур. Я не знаю, может, есть другие фирмы. Но я знаю фирмы Велотерм шнуры. Это шнуры разных диаметров для заделки стыков. Например, в панелях или в чем-то. Вот здесь миллиметра 3,5-4. Я заказываю 6, потому что он очень мягкий. Не как пеноплекс даже, а как, я не знаю, пенопласт. Поэтому я беру и вставляю его рукой. Легче делать это без перчаток. И отрываю избыток. Вот что мне надо его притопить. Насколько притаплять? Я, честно говоря, до конца не знаю. Я притаплю миллиметров на 5. Насколько глубже надо, я не знаю. Я все-таки не профессиональный специалист по этим швам. Я думаю, 5 миллиметров достаточно. Довольно плотно входит шнур. Все. Смотрите дальше. Если вам пофигу, можно сейчас уже наносить герметик. Но будет немножко здесь вымазано с боков. Если вы очень озабочены тем, что вам все нравится аккуратно, можно наклеить сюда малярный скотч. Скотч желательно брать самый лучший. Это, кстати, говеный оказался. Берем и наклеиваем малярный скотч вплотную к щели. Но чтобы на щель не налез, лучше пару миллиметров или миллиметр в сторону, чтоб щель не перекрывала ваша наклейка. И с другой стороны. Далее есть вот в таких тубах, кстати, Велотерм и вот этот герметик для швов, я все купил на Озоне. Где хотите, покупайте. На Wildberries, но не в Китае, потому что качество непредсказуемо, плюс российского производства. Вот так она туба выглядит. Я использовал пистолет. Можно пистолет не использовать, сделать дырочку и также наносить, все равно размазывать потом. Но так как у меня есть пистолет, я использую пистолет. Вам это делать вообще абсолютно не обязательно. Есть, кстати, зимний. До минус 10 допускает. Но зато наоборот, в жару его нельзя. Этот средний, от плюс 5 до плюс 40. Теперь по цвету. Был белый, я купил белый, я не запарился. И там есть несколько цветов. Черный, по-моему, серый. Но, по-моему, серого не было, не помню я сейчас. И берем, наносим. Не надо только сильно много.
Сильно много не наносите. Отбили на пистолете, чтобы он не давил. У меня нет шпателя здесь, я не маляр. У меня есть такая пластмассовая хрень. Неважно. И я погнал. Ну и продолжили наносить. Опять отбиваем и размазываем. Можно наносить ступы напрямую, ничего страшного. Просто не будет экономно. Аккуратность все равно не важна, вы скотчем все защитили. И заканчиваем уже вниз. Все. Блин, шнур упал. Избыток. Все. И сразу же скотч снимаем. Ваш идеальный деформационный шов готов. Его хватает намного. На средний дом тубы хватит. Даже еще останется. Кому нравится белый цвет, заказывайте другие цвета. Итого, на 6 вот таких швов у меня ушло вот целая туба. Вот сколько осталось. Тут не совсем она шатая. Дальше, что с пистолетом? Пистолет моется обычной теплой водой. Эти современные сейчас все штуки, все водой моется. Все, правда, теплое написано, я холодное помыл, но руки, видите, красные. Потому что сейчас температура очень низкая, плюсовая, но низкая. И вот и считайте, на любой дом у вас 600 мл хватит. Можно даже с соседом поделиться. Все, сейчас высушиваю пистолет, убираю. Это вот так затыкиваю. И потом наоборот, с другой стороны, вот так его ставлю пистолет, а здесь откушу. Ну, то есть, он сам сейчас здесь завулканизируется, он резиноподобным становится. И сам не будет пропускать. То есть, там он абсолютно целый, его не отрезал, а только отрезал вот эту пипку. Вот тоже видно. То есть, отрезайте только пипку. Не отрезайте вот так, это ошибка, вы засрете весь пистолет. Видите, пистолет чистый. Здесь я его не мыл вообще, мыл я только носик. Носик, все. И потом другой стороной вставляете, это туда, пипочку вот эту отрезаете, она помещается вот сюда внутрь и все четко работает. Вот тупорылое существо, залетело через окно, я ее даже не видел, думаю, что это она упала сверху. Она просто ударилась о стекло и упала. Сейчас попытаюсь вынести ее на улицу, надеюсь, она не сильно ушиблась. Все-таки жалко живое существо. Где она залезла сквозь, не пойму, сквозь этот, сквозь окно открытое. Вот. Тут главное много кошек, чтобы они ее не схавали. Тихо. Дурное. Животное, посиди здесь, приди в себя. Ударилась сильно, дурочка. Что это за птичка? Кто напишет в комментариях? Я не знаю. Соседи режут, извините. Эту птичку я посадил на крышу. Она, наверное, сейчас там сидела и блымала глазками. После чего исчезла, улетела. На крышу я поместил для того, чтобы ее не съели кошки. Крыша автономная, отдельно стоящая, кошки там почти не бывает. Я рад, что спас маленькую птичку. Вам видео оказалось полезным. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Кто подписан, не забудьте про колокольчик, чтобы не терять мои видео в огромном потоке информации YouTube.
в комментариях напишите, заделываете ли вы швы в отмостках и вообще делаете ли вы эти швы деформационные. Как вы знаете, у меня недавно был день рождения, мне много дарили родственники, знакомые и друзья, но два подарка для меня особенно были радостными и интересными. Первое. Моя дочка уже много лет живет с супругом в Сочи. И тем не менее, она ухитряется каждый раз поздравлять меня. То присылает торт дистанционно, а в этот раз заказала в Лямоде много мне кенгурух. Но я выбрал адидасовскую, пацанскую. Спасибо, доченька. Ты же знаешь, мой колхозный вкус. Я все люблю. Адидас. А второй подарок был еще более неожиданный. Есть у меня такой подписчик, Батр Надмидов. Он мне перевел деньги. Деньги на карту. Хитренький. Узнал, что у меня карта привязана к телефону, который под видео. И перевел мне. Батр, огромное тебе спасибо. Это было очень приятно. Это первый раз что-то дарят мне подписчики. Я надеюсь, у тебя не переведутся деньги, а от твоей широкой души будут такие широкие доходы. Здесь плывет предыдущая серия видео про наш барнхаус. Здесь последующая. А я, как всегда, Владимир с вами. Реальная стройка. И напомню. Делай хорошо. Плохо, оно само получится. Если тебе по технологии для чего-то нужна штроба, обязательно ее впоследствии качественно заделай от души и на совесть.